Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы с вами начинаем нашу новую вебинарную неделю Директ Академии. И я рад вас приветствовать на нашем вебинаре, который проведу я, Калиников Павел Юрьевич, руководитель учебно-методического центра компании Direct Media. Сегодняшний наш вебинар называется Библиотека нонфикшн. Решение для публичных библиотек. Я надеюсь, что меня хорошо видно и слышно. На всякий случай поставьте плюсики в чат, если видите и слышите меня хорошо. Спасибо, коллеги. Как всегда, перед тем, как начать сегодняшний вебинар, несколько слов о тех ссылках, которые я разместил в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на расписание наших вебинаров на расписание до конца учебного года 2018-2019 учебного года на любой из вебинаров из 150 вебинаров с лишним которые уже представлены в расписании вы можете зарегистрироваться и накануне вам придет напоминание об участии в вебинаре Второй, вторая ссылка отвечает на вопрос, будет ли э, запись данного мероприятия. Да, она будет, будет размещена на нашем видеоканале на YouTube. Э, ссылка на э, подписку на наш видеоканал приведена второй. Кстати, там э, уже на нашем видеоканале хранится более 340 записей всех наших предыдущих вебинаров. Третья ссылка для тех, кто хочет обучаться онлайн. Это наши онлайн-курсы, подробное описание наших онлайн-курсов, которые Директ Академия проводит для, для всех, кто желает учиться. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на э, страницу выдачи сертификатов. Э, на этой странице вы сможете приобрести сертификат сразу после окончания вебинара, ну, скажем так, минут через 10, как только я смогу информацию о присутствующих на вебинаре э, перевести э, в э, систему выдачи э, сертификатов. Я хотел бы также проанонсировать три наших последующих мероприятия, которые состоятся завтра-послезавтра и через, через два дня, через три дня. Напоминаю, что в Директ Академии вебинары проходят каждый день. Вот. Так вот, завтра в 12 часов вебинар проведет Елена Локтева из Минска. Между прочим, победитель совсем недавно закончившегося мероприятия, которое называлось большого мероприятия в, обуч... в э, образовании, которое называлось конференция Эд Кранч. Вот ее система заняла первое место на этом мероприятии. И я думаю, что завтра Елена в том числе ибо о ней тоже будет говорить. Так что приходите, вебинар будет посвящен геймификации, вопросам применения игровых подходов в обучении. И будет называться Геймификация обучения без напряга. В среду в, 10, в 12 часов Константин Николаевич Костюк, проведет наш генеральный директор, проведет вебинар под названием Новые тренды, профильное комплектование и комплектование по запросу. Как получить в ВБС то, что нужно и не, запла и, и не заплатить лишнего. А, ну, этот вебинар по стратегии и тактике комплектования электронных библиотек. А, наконец, 11 октября в четверг также наша сотрудница директор по маркетингу компании Direct Media, проведет вебинар ВКР-репозитории «Студенческая наука». ВКР-репозиторий – это одна из функций университетской библиотеки онлайн. Так что, кому интерес, интересен этот вопрос, милости просим на данный вебинар. Ну и последнее вводное это перед, перед вебинаром – это то, что сегодняшнюю презентацию вы можете скачать в разделе «Ресурсы». Мы всегда в компании Direct Media выступаем за то, чтобы вы могли свободно использовать данные нашей презентации с вебинаров. Единственная просьба указывать нас, авторов, и компанию Direct Media как источник вашей информации. Ну вот и все. А сейчас мы начнем наш, наш вебинар. Наш сегодняшний вебинар посвящен продукту компании Direct Media, который называется Библиотека Nonfiction. Библиотека Nonfiction ⁇ это электронная библиотека, специально адаптированная для публичных библиотек. Флагманский продукт компании Direct Media – это университетская библиотека онлайн. Однако не во всех случаях юридическим лицам удобно использовать именно этот продукт. Этот продукт достаточно такой продвинутый по своим возможностям, и не всегда все эти возможности необходимы тем, кто у нас приобретает наш контент. Вот для публичных библиотек мы создали библиотеку Nonfiction, которая отличается упрощенным интерфейсом, причем как для пользователя конечного пользователя, так и для библиотекаря, и иным иным способом комплектования. В библиотеке nonfiction поддерживается способ комплектования по требованию. Собственно о нем мы сегодня и поговорим чуть чуть позже. <св tough> ну, несколько слов. Компания ну, Direct Media... Э существует уже достаточно давно. Традиционно, изначально мы издательство, но где-то начиная с десятых годов нашей деятельности в основном стала деятельность по созданию электронных библиотек, электронных библиотечных систем. И вот библиотека Nonfiction это одно из, одна из таких библиотек. На этой платформе с собрана воедино уникальная коллекция большинства жанров не литературы. литература. То есть, обращаю ваше внимание, здесь в основном собрана литература научно-популярная, науч... деловая, методическая и так далее. Здесь нет учебников. И здесь нет э, художественной литературы ну точнее художественная литература представлена таком в следовом количестве скажем так немножко ее. А, это онлайн библиотека то есть доступ предоставляется и со стационарных компьютеров с мобильных устройств везде где есть доступ к интернету а, вот так можно перейти на нашу э, библиотеку к нашему э, домену второго уровня э, второго уровня вот этот наш самый главный домен компании DirectMedia так сейчас пожирнее сделаю э, надо приписать три буквы lip и попадете в библиотеку nonfiction э, главная страни... э, главная страница нашей электронной библиотеки э, на самом верху располагается поиск я всегда говорю, что во всех современных информационных системах поиск поднимается на самое видное место, потому что современное поколение уже не мыслит себя без, собственно, без поиска. Да, наверное, вот нам, библиотекарям, более привычно, привычен поиск по каталогу, но, тем не менее, где-то начиная, наверное, с нулевых годов, в интернете наиболее принят поиск по открытый поиск при помощи специальных поисковых систем. Вы, наверное, сами догадываетесь, почему это происходит, потому что когда количество единиц поиска превышает определенный предел, то каталоги становятся ну, не, очень, не очень эффективными. Вот, поэтому поиск поднят на самый верх, как самый главный инструмент, при помощи которого работает наш читатель. Ну и библиотека тоже, конечно. Вот. Ну и каталог тоже есть. Вот он здесь и здесь находится. Ну и кроме того в поле непосредственного видения на главной странице находятся новинки недели, то, что совсем недавно поступило в библиотеку, и самые популярные книги библиотеки, которые вот здесь вот во втором ряду располагаются. В библиотеке, по контентному содержанию, если говорить, библиотека содержит свыше 60 тысяч специально отобранных изданий из России, Беларуси, Украины. Фонд библиотеки изначально, как я уже говорил, рассчитан на широкий читательский интерес и содержит книги научно-популярные, деловые, образовательные, познавательные и так далее. Ну вот некоторое количество подключенных библиотек здесь перечислены мелким шрифтом. Издательства, более 300 издательств, которые, которые представлены в библиотеке, вот только некоторые из них. Книжный мир, Адепт, Русское слово, Этерна, Ман Иванов Фербер, Рипол Классик, Прогресс-традиция, Белый город, Пальмира, Проспект. Ну и, конечно наше собственное издательство, издательство Директ Медиа, которое практически всеми своими книгами входит в этот проект. Кроме э, книг, э, что у нас есть в этой библиотеке, есть, во-первых, около 300 актуальных тематических журналов, то есть периодика, э, с глубиной архива до 5 лет, э, включая актуальные новинки. Ну, сразу вам хочу сказать, что актуальные новинки есть не во всех журналах потому что журналы не очень охотно отдают самые последние свои номера в электронном виде. Но, однако же, они есть, и мы стараемся аккуратно обновлять журналы, как только появляются свежие выпуски, они нам отдают их в электронном виде. Кроме того, для лиц с ограниченными возможностями, но не только для для них, конечно, имеется более 200, 2400 аудиокниг. Аудиокниги, ну, это очень удобно, да, это не только, конечно, для лиц с ограниченными возможностями. Есть масса приверженцев аудиокниг, это то, что можно читать не только в транспорте, но и находясь за рулем автомобиля, ну и много других преимуществ аудиокниг существует. Вот в рамках университетской библиотеки онлайн мы даже э, применяем аудиоучебники. А, правда, ау с, ауди с аудиоучебниками труднее. А, там это можно сделать только по э, гуманитарным дисциплинам, там где нет формул. А, вот. Но тем не менее это очень популя популярный вид э, контента, э, контента для библиотеки. Есть у нас также такой раздел, который называется тематические коллекции. Собственно, тематические коллекции это такой особый вид каталога, который составлен не по каким-то традиционным направлениям знания, а более специализирован под какие-то конкретные вопросы. Тематические коллекции составлены из э, всего объема э, книг, которые, изданий, которые присутствуют в библиотеке. По принципу, э, ну, скажем так, это не просто э, отбор подробный отбор поискам э, сюда приложили руку наши библиографы и книголюбы которые специально э, знают что включать а что не включать э, э, в данной коллекции а, то есть то, сюда включены только лучшие книги э, по данному направлению они э, их как правило в каждой коллекции от нескольких десятков до примерно полутора сотен э, тематических коллекций в э, около 60, если не изменяет память, в э, э, библиотеке Nonfiction. А, вот. Это, э, прежде всего, гуманитарные направления, би, э, биографические, исторические, всемирная история, военная история, история дипломатии, общественной науки, мему, мемуарная э, э, литература, э, библиотека русской и зарубежной классики, философская мысль, музыкальная классика, этнография, религия. Uh, ну и uh, многие другие, многие другие направления, вы сможете их найти. Uh, я очень рекомендую вам направлять ваших читателей uh, на тематические коллекции, которые, может быть, uh, сразу им uh, не так будут бросаться в глаза, uh, если uh, их интерес касается одной из этих тем. Потому что это лучшее, что можно представить, это лучше, чем искать поиском, это больше, чем они найдут в каталоге. Uh, так что, пожалуйста, тематические коллекции всегда используйте а в м... э... есть ли видео с субтитрами а, насколько я знаю э... у нас нет в составе нонфикшн э... нет видео с титрами а, видео есть в м... университетской библиотеке онлайн и там там можно включить субтитры, но специально субти... субтитров там нет. Вот, вот такой расклад. Внизу в в подвале нашего сайта две инструкции, которые можно скачать. Инструкции для библиотекаря и инструкции для читателя. Ну, инструкции для читателя там вообще практически нечего читать, потому что, э, собственно, интерфейс достаточно понятен, простой и э, там... Ищи поиском, дочитай. Да а, вот. для, библи... да, для библиотекаря чуть-чуть посложнее, но и, и там разобраться достаточно сложно. Тем не менее, кое-что э, для библиотекаря я сейчас объясню. Итак, основной принцип работы с библиотекой Nonfiction, финансовый принцип, это комплектование по требованию. Это означает, что доступны вам все книги, но попадают они в ваш Ваш фонд только после того, как э, э, вашу книгу либо сами библиотекари туда поместят и при этом спишется определенная сумма с вашего счета, либо сами э, читатели захотят прочитать эту книгу и и отправят вам запрос на добавление этой книги э, в фонд библиотеки. Таким образом, э, вы с одной стороны имеете э, широчайший э, выбор для того чтобы люди могли выбрать книгу, а с другой стороны, вы библиотека платит только за те книги, которые действительно пользуются спросом. Все остальные они просто лежат у вас как возможность. Вот вы знаете, я недавно увидел, я попробую сейчас это изобразить посредством мышки, увидел такую картину, которая очень хорошо описывает то что происходит при таком э, комплектовании вот у нас есть вот такая вот кривая а, да здесь э, э, это э, по вертикали э, если мы отложим спрос а, э, по, э, по, по, то есть количество книг которые э, мы берем а э, так что же мы, мы откладываем по, по, по горизонтали, не помню. <смех> 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 а, количество, а, количество книг, конечно, количество книг, которые, которые у нас есть. А вот если вы берете книги на свою книжную полку, вы вынуждены ограничиваться вот этим количеством книг, где-то вот так вот отсекаете. Да, потому что вот здесь у вас только самые ходовые книги, да, а здесь у вас средний, средний класс, скажем так, такие не бестселлеры, но книги, которые пользуются популярностью. А те книги, которые, вот я их по-другому, находятся в длинном хвосте вот этом вот, они никогда не попадут на вашу книжную полку, потому что вам просто жалко место на книжной полке для тех книг, которые, может быть, один раз запросятся у вас, а может быть, никогда не будут запрошены ни одним читателем. Электронная библиотека, особенно построенная по принципу комплектования по требованию, она позволяет вам иметь вот все это, этот длинный хвост тоже э, иметь и не оплачивать его до тех пор, пока не будет э, реальной, э, реальной потребности. То есть среди этих 60 тысяч книг вполне могут быть книги, которые никогда не понадобятся или понадобятся один-два раза. И э, вы принимаете решение включать их в ваш фонд э, или не включать фонд. И пока э, они не запрошены, то вот этот вот длинный хвост, он остается, э, э, он вам не мешает, вы за него никаких денег не платили, соответственно, вам не жалко, э, что вы его э, приобрели. А, вот такой, э, скажем так, философский принцип э, э, электронной библиотеки с комплектованием по требованию. Но э, На самом деле это вообще общий принцип э, интернет-магазинов, э, интернет интернет-библиотек электронных, э, который связан с тем, что не жалко место для хранения, да, потому что это в электронном виде все. Давайте я сотру свое художество. Вот. Итак, комплектование по требованию. Что же происходит, когда э, ваш читатель э, видит новую книгу? Ту книгу, которую еще никто не читал, и которую ни вы, ни другие читатели не включили в состав э, фонда вашей библиотеки. Он э, видит кнопочку «Полистать» и может эту книжку, некоторое количество страниц, посмотреть ее. И если эта книжка его интересует, он нажимает на кнопку «Отправить заявку». Что происходит в этот момент? В этот момент в вашем личном кабинете эта книжка появляется для того, чтобы вы могли произвести акцепт, то есть могли разрешить этой книжке переместиться на, ваш, на вашу полку. Для вашего удобства, в вашем кабинете личном кабинете есть такое э, настройка как порог одобрения это значит что книжки дешевле определенного уровня э, могут быть одобрены авто э, одобрены автоматически это означает что допустим если вы поставили порог э, ну скажем 200 рублей то все книжки, которые стоят дешевле 200 рублей, попадают на вашу книжную полку автоматически. То есть как только читатель эту книжку запросил, он тут же имеет возможность ее читать, и она автоматически одобряется. Все, что находится выше этого порога, поступает в ваш личный кабинет в вкладку Запрошенные книги. Вот сюда. Здесь есть колонка статуса, и в этой колонке находятся три разных статуса. Книга одобрена, книга отклонена, и книга ожидает одобрения. А, ну, если книга одобрена, понятно, это значит, она уже в вашем фонде, и ее э, можно активно читать. Э, обращаю ваше внимание, что считывание денег происходит только при первом обращении книги. То есть, при, э, э, если первый раз книга добавлена на вашу, э, ваш фонд, дальше ее могут читать сколько угодно читателей, хоть тысяча, хоть две тысячи, э, хоть больше, э, и... Э, э, Дальше никаких финансовых операций не происходит. То есть только только при первом обращении книги происходит списывание денег. Ну вот здесь мы сейчас да тут в колонке стоимость мы видим стоимость этих книг. Вот видим, что дешевые книги они тут все одобрены. Вот какая это относительно дорогая книга, да еще и с э, названием таким. Э, вряд ли это понадобится кому-то, кроме того одного человека, который ее заказал, поэтому она отклонена. А, ну и две книги ожидают... Э, ожидают подтверждения. Как только вы входите в свой личный кабинет, попадаете вот на эту вкладку, увидите, что есть ожидаемые книги, вы нажимаете либо на галочку, либо на крестик, и, соответственно, либо подтверждаете, либо не подтверждаете, либо отклоняете просьбу, просьбу читателя. Вот такая простая, простая система. А, какие есть еще э, возможности в кабинете библиотекаря? Ну, во-первых, статистика, по которой вы можете посмотреть, какие книги читались э, и э, какие книги наиболее популярны. Здесь выстраивается рейтинг книг по э, популярности в, э, внутри э, библиотеки Nonfiction. Следующее возможно. А, да, обращаю внимание, что все это еще и можно, во-первых, настроить по началу и к концу периода, то есть не за весь период существования договора, а на любой, любой период времени. Ну и можете еще выгрузить эту информацию в Excel и анализировать ее потом в Excel в виде таблички. Вы можете просто посмотреть фонд библиотеки, то есть те книги, которые у вас появились в вашем фонде. Кстати, вы можете полностью, у вас есть несколько тактик, вы можете, с одной стороны, полностью положиться на ваших читателей, то есть только следить за тем, что они хотят в библиотеке иметь. Можете наоборот на всю сумму сразу сами выбрать какие-то книги, потому что вы прекрасно знаете, какие книги пользуются спросом. Правда, тогда вы лишаетесь возможности использовать вот этот самый длинный хвост, о котором я говорил. Длинный хвост распределения. Вот. Ну и комплексная Тактика это когда вы часть книг, за которые вы точно уверены, вы в самом начале подключаете сами, ну чтобы потом просто зря не тратить свое время на одобрение этих книг, а другую часть оставляете на мнение читателей и, соответственно, пополняете фонд по ходу запросов ваших читателей. Да, обращаю, кстати, ваше внимание, что при перезаключении договора книги которые были уже одобрены они остаются в вашей э в вашем фонде без без считывания за них средств э да, ну и э, последняя э, интересная вкладка, это читатели, это, собственно, э, список всех э, логинов и паролей, которые вы раздали, э, и э, которые хотя бы один раз э, в системе возникли, то есть вошли в систему. А вот тут я должен обратить внимание, что при э, той финансовой схеме, о которой я сейчас только, только что рассказал, э, количество читателей не является ресурсом вообще. То есть совершенно безразлично, сколько читателей в вашей библиотеке. Важно только, что читатель... Сколько, сколько раз, сколько книг вы, ваши читатели, запросили, запросили у вас. Другими словами, 5 ли у вас читателей или 5? 5 тысяч читателей, это все, это все равно. А если вместе с подписанием договора вам выдали некоторое количество э, логинов и паролей, и э, по ходу вашей работы они э, истекли, вы можете просто э, попросить еще логины и пароли. Мы вам их нагенерируем, и будет у вас э, их столько, сколько вы считаете э, нужным. Вот, собственно, и вся премудрость вот этого способа комплектации, который достаточно, достаточно прост. У нас есть мобильная версия сайта. Мобильная версия сайта в основном удобна для гаджетов среднего размера, таких как блокноты и так далее, с большим относительно экраном. Чтобы войти в мобильную версию сайта, вообще почти ничего не надо, надо дописать только буковку М. Uh, вот видите, тут MLib. Было LibBiblioclub.ru, а стало MLibBiblioclub.ru. Uh, собственно, на этот сайт можно зайти из большого компьютера, только он незачем, потому что он uh, несколько упрощен uh, и uh, с краев белые, uh, белые полосы по краям. Uh, но также uh, у нас есть и мобильные приложения uh, для Android, iOS, Windows, uh, которые позволяют удобнее читать, в частности, на телефонах, прямо с телефонов. Просто ищите в соответствующем магазине, например, для Android в Google Play, по ключевому слову «Библиоклуб», и дальше там вывалятся все наши приложения, которые есть для всех, наших, для, всех, для всех наших библиотек, которые есть. Сами приложения бесплатные, но вам понадобится логин и пароль, который у вас должен быть, если вы подписаны на данную, на данную систему. Вот, собственно, почти все у нас сегодня с вами будет не очень э, длинный вебинар. Э, менеджер проекта, который поддерживает проект, э, связанный с библиотекой Nonfiction, Алексей Архангельский. Э, э, пожалуйста, по всем э, вопросам касательно подключения к библиотеке, э, а вы можете подключиться, сделать демо подключение на несколько месяцев. Э, э, Алексей это может всегда сделать. Можете прямо сейчас ему позвонить по вот этому телефону, это наш общий телефон DirectMedia, либо связаться по вот этому адресу электронной почты архангельский DirectMedia.ru, вот и он всегда вам ответит на вопросы и расскажет о подробностях вашего вашего подключения или решит какие-то ваши проблемы, которые пока являются нерешенными. Что бы я еще хотел вам порекомендовать? Не скоро, правда. В феврале, 12 февраля у нас будет вебинар, посвященный... Контентному наполнению э, библиотеки Nonfiction. Более подробно об этом расскажет э, наш редактор, редактор компании Direct Media э, Наталья Башкова. И я сейчас вам дам эту ссылочку. Я рекомендую вам прямо сейчас зарегистрироваться на данном мероприятии. Э, так, вы знаете, что давайте я что-то здесь. Мне эта ссылка не очень нравится. Сейчас я ее возьму из своей презентации. Она там в лучшем виде приведена. И передам ее в чат. Вот эта ссылка. Вот эта ссылка. И э, я очень рекомендую вам на этот вебинар э, зарегистрироваться прямо сейчас, чтобы не откладывать долгий ящик. Вот это впервые мы проводим вебинар по конкретно по к, контентному наполнению. А у нас э, как раз Наталья отвечает за этот вопрос и э, она ответит на него гораздо подробнее, чем это мог бы сделать я. А, ну что ж коллеги у нас как я говорил сегодня этот продукт достаточно простой поэтому и вебинар у нас получился а, достаточно короткий а, вот есть ли у вас какие то вопросы по тому материалу который я вам изложил а, давайте поступим так вы пока в формулируйте свои вопросы, а я для вас попробую создать э, сертификаты прямо в прямом эфире. На это у меня уйдет примерно, э, примерно 2-3 минуты. Я специально не буду выходить из эфира, э, чтобы... чтобы дать вам эту информацию прямо сейчас. Если у вас появятся вопросы, то прямо по звуковому, по звуковому сигналу я увижу, что что-то в чате появилось и вернусь, вернусь в вебинар. Так, сохраняю табличку с участниками. А, даю ей какое-то имя. Так, половина, половина дела сделана теперь перехожу в специальную программу, которая выдает, вебинар, выдает сертификаты. Создаю мероприятие. Загружаю табличку. Так, табличка загружена. Контролирую результат. Выделяю. И выдаю. Так, ну и повторяю адрес, по которому вы все сможете получить сертификат, если захотите приобрести. Пожалуйста, вот по этому адресу, по вашему мейлу, либо по фамилии имени вы можете приобрести сертификат. В любое время вообще не ограничено. Хоть через неделю, хоть через месяц, хоть через год. Это всегда... Да, все сертификаты по пройденным вебинарам вам будут доступны до тех пор, пока существует Direct Academy. Закрывать мы это не будем, этот сервис. Так что, когда желаете, тогда и можете приобрести. Ну что ж, коль скоро вопросов не возникло, нужную ссылку я вам показал. Мне остается с вами проститься и пригласить вас на те вебинары, которые будут проходить в Директ Академии на текущей неделе. Будет много интересного, приходите. Напоминаю, завтра у нас вебинар, который проведет Елена Локтева. Очень интересный вебинар. Приходите, я думаю, вы не пожалеете. До новой встречи на вебинарах Директ Академии. Вам э, можно ли копировать часть текста из просматриваемых книг? Э, можно, если не изменяет память 10 процентов, можно копировать. Э, ну что значит можно? Для себя можно копировать. Публиковать, конечно, нельзя. Э, вот все. Вопросов больше не вижу, поэтому прощаюсь. До встречи в Директ Академии. Вебинары, которые проходят каждый день, 12 часов. Всего.